Знакомьтесь, очередной предатель Родины. Яна Троянова. Вы ее знаете по сериалу «Ольга». Чтобы понять очень быстро, что это за человек, она в интервью Дудя четко заявила, что ее родители воняют. А своих родных детей очень сложно любить, если у тебя нет денег. Ну и, конечно же, классика. Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся просто нищими. Ну, хотя про Путина все понятно, конечно, он виноват абсолютно во всем, и мы живем в беднейшем государстве, где народ просто самый нищий. Правда, у нас бомжей нет, образование самое доступное, абсолютно бесплатная медицина, всяческая забота о гражданах, куча субсидий, материнских капиталов. Это никого не волнует, и ее тезис я прям подробно разобрал у себя на канале, ссылочка закреплена. Ее интервью и этот отрывок тоже там. Очередная актриса, которая сейчас обрежет финансирование, и как скоро она побежит извиняться.